Всем привет! Покажу обновку свою, что я приобрел. Новое стекло. Мотоцикл стоял уже месяц в гараже, не заводил. Сейчас посмотрим, как заведется после долгого простоя. Ну, нормально. Сейчас поеду на Хонду, сделаю термин на первый инспекцион. Первый инспекцион входит уже в сумму покупки, то есть бесплатно. Так, показывает 9 градусов на улице. Не знаю, правда, нет. Многие говорят, что термометр врет здесь, в Африке. Живет своей жизнью. Достаточно прохладно, но солнышко греет нормально, ехать можно. Так, какие мои ощущения? Ну, по высоте оно одинаковое с оригиналом, но ветрозащита заметно улучшилась, особенно по бокам. Раньше мне плечи дуло, сейчас вообще ничего не дует. Шлем тоже не бьет. Мне нравится. Я думаю, вот эти вот уши справа-слева, они много чего дают. Как BMW, у них тоже типа такие стекла. Ну, наподобие, конечно, не такое, но наподобие. И BMW в GS там хорошая ветрозащита. Поэтому я и купил эту форму, мне понравилось. И вид, конечно, потрясающий, мне нравится. Еще у кого черная Honda, оно вообще супер. Там снизу черное стекло и сверху немного затемнено, но вообще немного обзор не мешает вообще никак. Еще бы на автобане, конечно, испробовать. На автобан не поеду, холодно. Весной потом испытаю. Вообще не дует вообще нигде. Даже мне кажется, сверху, хоть оно по высоте одинаковое, но вроде бы как лучше. Да, вообще не дует. Рост у меня 1,90 м, сиденье стандартное, на самую высокую поднял. Ну там два уровня, на высокий уровень поднял. И ничего не дует. Вот здесь вот тут поток есть воздуха, а здесь уже нет. Вот. Видно, нет на камеру. Здесь тоже. Вот, поток есть, потока нету. Вот. Вот так потока вообще нету. Стекло имеет особое прочное покрытие. Специальное какое-то вот царапин, чтобы не так царапалось. Читал в форуме, что оно работает хорошо. Посмотрим на личном опыте. Такие у нас цены. Бензин по евро 74.
Еще хотят в следующем году поднять, в 2022. Политикам говорят, политики, что у нас еще дешево. Бензин надо еще поднять. Хотят. Вот такие вот дела. Блин, постоянно путаю вот это вот поворотник с пипикалкой. Особенно когда долго не ездил, вот как сейчас, месяц не ездил. И путается иногда. Потом покатаешься, привыкаешь нормально. Так, приехал я на Хонду. Здесь я ее покупал. И здесь буду делать инспекции, вон. ТО, вернее. Вот здесь я купил свой мотоцикл. Небольшой дилер. Honda Motors Hausbürstadt. Узнал насчет деталей, или все пришло. Еще не все пришло. В сентябре купил мотоцикл. Уже 10 ноября, еще не все детали пришли. Ну что, будем ждать. Все равно зима. Кататься особо некуда. И потом сразу сделаю первое ТО. И мне поставят чемоданы, топ-кейс и хаупштенда. Это по-русски. Как он по-русски вообще? Главное, подножка вроде. Что-то такое. Что, поедем немного покатаемся. И потом домой. Доволен своим стеклом новым. Немного притемненное, но обзору вообще не мешает. Получше не оригинала, думаю. Цена, конечно, заоблачная у них. Даже немецкие, итальянские производители дешевле, чем вот этот американский. Но ничего не поделаешь. Как классно кататься на мотоцикле. Смотрите, 24 градуса показывает. Недавно было 9, туда ехал. Да вообще живет своей жизнью этот термометр. Все-таки люди правы, что говорили, что вообще ему верить нельзя. О, 27, сейчас 22. Да, градусник, блин. Да такой неточности ни на одном мотоцикле не было. У меня были, конечно, только Хонды, но такого не было. Каких 20 градусов вообще? Сейчас подниму стекло в самое высокое положение, потому что я до этого снимал только в низком положении, и проедусь. Так, испытываем. В самом высоком положении. Кстати, в оригинале, когда я ехал на самом высоком, мне как-то вот в стороны как-то било, вот сюда вниз било, воздух как-то завигрялся. Здесь такого ощущения нету, по-моему. Я потом весной, когда потеплеет, сделаю первое ТО. Выйду на автобан, хорошо испытаю, и тогда поделюсь опытом.